Так, вот еще раз у Сусанинских болот мы. Сейчас немножко погодка прояснилась, ну чуть моросит, конечно. Вот там мне стало интересно, что такое там белое. Спускаемся к Сусанинским болотам. Тут вроде как будто и дождик прекращается немножко. Вот это мы спустились на первый уровень. Вот еще тут камень. Любопытный. Елки. Тут тоже техника ходит. Камни, вот еще камень. Ну тут точно много камней. Земля-то. Да. Все под таким углом, хрупкое. Ох, какие поля открываются. Вон еще камень. О, тут уже видна и вода. Тут, видать, дикие яблони растут. Вот они цвести собираются. Да. Вот это, конечно, болото. Это сейчас у нас еще, ну, тоже сейчас сезон вот дождей весьма и 22-го года. Все дожди и холода, и даже снег. Сейчас посмотрим, как можно пройти. Такие вот топи.
птицы поют. Красота. Там какая-то избушка виднеется. Сходим туда. Да, конечно, птицы поют. О, да здесь колодец. Сусанинский колодец. Сейчас посмотрим. О! Какая прозрачная вода. Конечно, пена для чего-то, но кто хочет испить, тот может испить. Вот оттуда я пришел, а там уже ничего не видать. Может, там и не пена была, вот такая какая-то глина, что ли, выходит вот это. Да, вот тут здесь будут ремонтировать. И вот топи. Так, идем дальше. Тут вот ивы не растут, потому что холодно, видать, уже. А растут только вот березы. А тут уже доски-то подгнивают. Вот что-то принесли на всякий случай. Как далеко-то можно зайти, интересно.
Даже горы плохо видно, с которой я пришел. Сейчас еще пройдем. Думаю, немножко. То может вообще дорожка на тот берег через это болото. Я его не собираюсь проходить полностью. Какой болото. И дождь-то вроде уж прекратился. Ох. Там, в общем, еще идет тропа. Ох. Может, туда не пойдем. Виды, конечно, красивые. Страшно красивые все-таки. Болото.
цветы цветут болотные. Улитка он ползет. Тоже, видать, перебирается. Погода, конечно, дождливая, но птицы поют. Это избушка, колодец.
Такие вот сусанинские болота. Подъемы.